Всем привет! В этом ролике я вам покажу, как установить новую версию MIUI на ваш смартфон. В моем случае это Xiaomi Note 11. Заходим в приложение MIUI Downloader. Выбираем марку смартфона. Нажимаем «Стабильное MIUI», потом «Global» и выбираем «Recovery» версию, нажимая «Скачать». У меня уже скачивается, я не буду снова скачать. После завершения, заходим в «Настройки», выбираем «О телефоне». Нажимаем на MIUI. Потом справа наверху нажимаем на три точки, выбирая «Выбрать файл прошивки». Если у вас нет такой функции, то не беда. Возвращаемся назад на страницу MIUI. Несколько раз нажимаем на MIUI, пока не появится надпись «Дополнительные возможности включены». После этого снова нажимаем на три точки, выбираем «Выбрать файл прошивки», заходим в «Download» и выбираем «Скачанный файл». Ждем, пока идет получение данных. Появляется окошко, где написано, что ваше устройство будет обновлено до последней версии. Нажимаем «Обновить». После загрузки перезагружаем телефон и ждем до полного включения смартфона.